Городские чиновники инспектируют подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Первая проверка прошла в 9-й школе. Глава города и исполняющий обязанности главы администрации проконтролировали, как идет ремонт, на что и куда потратили городские деньги. Ремонт идет. Более 75 окон поменяли на новые. Вот. Денег, конечно, на самом деле в бюджете было заложено у нас очень мало на все школы города Саратова, но работаем в тех условиях, которые у нас есть, и в тех финансовых возможностях, которые у нас сегодня у города есть. Для 9-й из городского бюджета было выделено около 200 тысяч рублей. Отремонтирован фасад зданий, учебные кабинеты и столовые. За счет спонсорских средств, привлеченных с помощью главы города, установлены пластиковые окна. 100 тысяч планируют потратить на восстановление системы отопления. Школа 36-го года строительства. Соответственно, здесь очень давно не менялась система отопления. Если делалось, то это частично, хотя эти денег недостаточно. Но, тем не менее, в классах начальной школы мы надеемся заменить или установить новые батареи и очистить стояки. В Саратове более 100 школ и около 200 детских садов. На их ремонт в этом году выделено около 240 миллионов рублей. Сейчас мы уже подходим аналитически, программно. То есть мы сначала проводим технические обследования зданий, приглашаем наших представителей Пошнадзора, Роспотребнадзора. То есть действительно подходим уже через науку. Не так просто вот покрасить красивой краской стены, заменить там какой-то красивый линолеум. Почти все деньги уже освоены. Ремонтные работы идут по графику. И, по словам председателя комитета по образованию, все школы будут готовы к 1 сентября. Динара Дусалиева, Сергей Владимиров, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.